Как избавиться от синдрома хронической усталости? Сегодня поговорим, как работать с СХУ – состояние постоянного утомления. Снижение умственной и физической работоспособности, которая не прекращается. Я Диана Цай, профессор медицины, астропсихолог, автор книг по здоровью и астрологии. Синдромом СХУ стали страдать больше людей, перенесшие COVID. Это так называемый постковидный синдром. При синдроме хронической усталости нарушается баланс между жировой и мышечной тканью. В астрологии Марс – это мышцы, а Юпитер – это жир. В теле человека они весят одинаково – жировая и мышечная ткань. Но жировая ткань агрессивна в плане территориального распространения. Мышечный каркас при этом начинает уменьшаться. А запасной жир начинает занимать все свободное пространство в теле. У человека развивается синдром хронической усталости. На сегодняшний день существует только один метод – восстановить жировую ткань. Принимать витаминоподобное вещество – левокарнитин, по-другому – L-карнитин. Но в самой мощной форме – ацетил-L-карнитин, означает «активно действующая форма». Важно знать, L-карнитин работает только тогда, когда вы занимаетесь физической нагрузкой. В другом случае это просто вода. Жировая ткань сгорит, когда есть определенная формула. Это левокарнитин, L-карнитин плюс аэробные нагрузки с активным дыханием. Можно пить 500 мг в сутки, но безопасная форма 300 мг на постоянной основе. В гороскопе человека четко показано, какая необходима физическая нагрузка именно для вашего тела. И все, кто хочет знать об этом, записывайтесь на мои личные консультации. Ссылка в шапке профиля.